Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами сделаем супер оригинальные ручки всего лишь за несколько минут. Для работы нам понадобится вот такая вот баночка для лекарств, а также понадобятся еще некоторые материалы. Для ручек мы будем использовать косметическое масло. Я использую масло для волос, но вы можете использовать другое, например, Johnson's Baby. Итак, берем косметическое масло и наливаем его в баночку. Баночку необходимо предварительно вымыть. Далее используем клей с блестками. Клей наливаем к маслу. Добавляем в этот раствор бусинки и ракушки или любые другие декоративные элементы, которые у вас имеются. Масло мы разбавляем водой в пропорции 50 на 50. Перемешиваем все, что у нас получилось. В завершение нам нужно прикрепить стержень к бутылочке, склеить это все и покрасить. Крышечку прокалываем шилом или иглой и вставляем стержень в резиновую крышечку. Крышечки приклеиваем колпачок. Я использую суперклей. Но перед тем, как приклеить крышечку, нужно хорошо обезжирить баночку и саму крышечку. Для этого используем жидкость для снятия лака. Приклеиваем крышечку и хорошо прижимаем. Когда клей высохнет, можно покрасить верхнюю часть нашей ручки лаком. Ну вот и все. Вот такие вот замечательные ручки у нас получились. Они очень оригинальные, ни у кого таких красивых ручек не будет. А в следующем видео я вам покажу другие оригинальные варианты изготовления ручек. Огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и ждите следующих видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм.